Для учащихся новая школа номер 11 на улице Рихарда Зорге откроет двери осенью этого года. Успеет ли сдать здание в эксплуатацию к 1 сентября, пока неизвестно. Резкое подорожание строительных материалов и нехватка рабочих рук существенно сказываются на рабочем процессе. Сейчас на территории здания работают 52 человека. В целом, сами строительные работы хорошо, подрядчик, в общем-то, определенный объем материалов успел саккумулировать, поэтому вот эти отделочные работы ведутся. И на площадке на самой находится материал для проведения отделочных работ. Но ситуация непростая. Мы стараемся к тому, чтобы максимально короткие сроки школа была достроена. Вот. Ну да, перспективно это осень этого года. На сегодняшний день в основных учебных корпусах школы проложили электропроводку. Стены отшпаклевали под окраску, положили плитку в санузлах. Идут работы над монтажом дверных проемов и подвесных потолков. Общий процент. У нас 85% техническая готовность здания. То есть здание полностью возведено. Установлены все оконные конструкции, кровля. Значит, смонтированы все тепловые сети, электросети смонтированы. Обеспечено подключение к инженерным коммуникациям объекта в полном объеме. То есть остается только чистовые отделочные работы. Для благоустройства территории школы уже произвели планировочные работы и привезли необходимые материалы. Здесь рабочие положат асфальт и брусчатку. Также готовят место для спортивной площадки с баскетбольным и футбольным полем. По графику финансирования в очереди стоит и капитальный ремонт старого здания школы номер 11 на улице Павлика Морозова. По предварительному решению администрации учебный процесс в старой школе не приостановят и ремонт делать там не начнут, пока новое здание не будет полностью готово к приему школьников. Светлана Ярунова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24.